Всем привет! Помните, я вам вчера показывала паука странного, большого такого. Вон он, даже видно такой, типа оранжево-кирпичный. Какой большой. Так вот, я решила его вынести из своего огорода куда-нибудь в лес. Мы как раз едем на дачу. Вот, срезала вместе с веточкой, с бутонами. И я его вынесу чертовой матери куда подальше. Почему? Потому что слишком он большой, толстый, и мне кажется, это самка. Как размножится мне тут у меня в огороде. А я такого паука ни разу не видела, чтобы он был таким огромным в диаметре до 2 сантиметров без лапок. Вон он замотался в кокон. Бр. В общем, выбрасываю. Ой, ребята, смотрите, какая гадость. Это паучиха или паук понял, что мы его куда-то увозим. Мамочки родные, вылезла со своего кокона и пытается куда-то там опять убежать или спрятать. Какая гадость. А я сейчас ее, эту паучиху, отнесу вон в тот лес. Приехали на дачу. Я ее, мать моя, женщина, какая гадость. Вот она пытается там опять спрятаться. И ужас какой. Бр. Я ее сейчас быстренько занесу в лес и там выброшу. Обычно я пауков вообще не люблю. Ни в каком виде. Ай-яй-яй. Мать моя женщина. Какая гадость. Прячется, прячется, не может понять, куда ее прут. Ой, мама. Люди, если вы знаете, что это за паук, напишите в комментариях. Ой. Страх. Ой, она ползет куда-то. Она еще куда-то ползет. Ой, только не ползи мне на руку тогда. А то у меня памперса с собой нема. Какой кошмар. В общем, паучка мы не убили. Мы его перенесли в лес. Ой, а где он уже? Где-то он уже спрятался так быстро? Или упал? Или кто-то спрятался? А, вот. Ой, вот. Да ладно. Нет, это другой. Или это тот самый? Нет, это другой. Ну не мог же он так быстро опуститься. Странно, вот будет прикольно. Я сюда своего принесла паука, а тут еще один паук. Этот уже на паутине висит. А где мой паук? В общем, ребята, не знаю. Этот, нет, не этот, мой был другой. Какая гадость. В общем, пусть они тут разбираются друг с другом. Кто тут главный? Всем пока.